Единственное, что я сказала, что лучше спать, можно даже и без перчаток, но тянуть веревку лучше без перчаток. Ползти там. Да. Нет, даже так можно. А вот когда бы тягать веревку, то... Это проблема. Нет, ну облокотиться имею в виду. Да, да. Так, смотрите, ребят, когда здесь будем подходить, сейчас я ее немножечко удлиню, когда будем подходить сюда, тут такая довольно противная дорожка, можно запросто вступиться, долететь донизу. У вас у всех есть ус, он почти у всех зеленого цвета, у Павла он синий с желтеньким, но неважно, ус с карабинчиком, там у вас еще восьмерочка висит, да? Карабином вщелкиваемся вот в эту веревку и закручиваем муфту. Она закручивается по часовой стрелке, как кран. Да, и вот таким образом подходим. Там либо я, либо Таня, либо Юра, который скоро подъедет. Вот, либо мы будем вас там встречать и начинать спускать. Толпиться там, ребят, толпиться там нет смысла, там реально неудобно стоять, поэтому будем по одному подходить. Инструктор вам будет там просто говорить, следующий там свободно, да, по одному подходим. Значит, еще раз, карабином щелкнулись, стараемся не потерять восьмерку, чтобы она не улетела у вас вниз. Сейчас сделаю чуть-чуть длиннее веревку, чтобы потом было ходить. Она не супер глубокая, но лететь как бы долго довольно. Сколько метров? 20. Чуть больше 20 от той точки. До точки, до полки, на которую мы спустимся, но пешком мы потом еще глубже. Еще метров на 30 потом спустимся. Всего мы где-то, ну, глубже 40 будем, там, около 50. Так, есть контакт. Значит, я сейчас возьму какую-то часть веревочек. Как перед зубным врачом, как в детстве. Показать, да? Можно и так. И потом на нее же и слово дышать. Можно вдеть. Так, это она включилась? А, запись? Нет, запись. Давай мне эту веревку. Сейчас мы тебя туда вперед. Ты пойдешь вот по этой. Она толстая. Камень! Не надо камень. Это не от меня, это там. Больше, меньше трения. Я думаю, тебе. Как он попал? Не понятно. Что? Хорошо. Достаточно тебе паспортивного протянешься. Веса хватит. Да это не важно. Правой рукой. Это ребенок хочет. Правой рукой. Эту руку отпусти. Это твоя веревка, ты идешь по ней. Да? Хорошо. Сейчас я тебя отвяжу. Подожди. Да, эту руку ты не отпускаешь. Все? Пошло, да. Камон. Тихо, окей, окей, я буду тебя придерживать, я поняла. Ты не хватаешься за вот эту вот веревку, которая,
понимаешь, что у тебя проходит вот здесь, по восьмерке. Нет, ты за это не хватаешь, потому что она у тебя проходит и выходит, она скользит. Да, но ты не хватаешься за веревку, которая это. Ты держишься вот за свою, вот это. За эту, вот. Держишь. Так, теперь смотри. Иди по этому желтенькому мешку. Все. Отойди, шаг левее, сделай левее. А если ты идешь по склону, то ты идешь. Нормально, нормально. Ноги держи немножко шире и держись там. Зато веревка легла идеально. Все нормально? Веревка легла, но я... Надо еще немного. Сейчас тебя отпустим, все нормально. Все нормально. Ноги немножко шире держи. Он Павел. Здесь у меня все есть. Ну да, конечно. Страховка свободна. Вау, такси. Подходите вот сюда, к Юре. Мы не в ту сторону идем? Мы идем в ту сторону, но нам снаряжение нужно с себя поснимать, потому что оно нам будет мешать там. Вы подходите сюда, становитесь по одному, становитесь вот на какое-то удобное место или там. Чистую перчатку. С фантиками, не знаю. Там еще есть. Взять этот... Спасибо. Потом. Или потом. Лови. Дать воды. Воды нет. У меня вода есть. Что-то ладно. Еще есть вкусненького? Здесь еще вот. О. Если они не жарились. Или что такое? Что это? Какие-то мармеладки. Мармеладки — это хорошо. Что-то темно, я думаю, а? А некоторые оказываются в очках. На, держи. Вкусные конфеты. А он взял? На и чё? Спасибо. Конфеты. Ну, хотелось бы. Ещё? Ага. Это что нет? Какой не хочешь? Ещё хочешь? Я уже здесь там, Таня, раздавал мармеладки. А, на, открывай. Мне просто занят. Да. Никиев. Вкус малины и яблоко. Новое сочетание вначале. Вкус малины и яблоко. Улыбается. Это же Викторович. Да, помогай нам ногами. Вообще руками, чтобы там воздух, там аэродинамика. Юр, ты скажешь там, чтобы мы не перетянули? Там еще много. Да не надо много, я уже устал. Тяните вдвоем. А меня сейчас полно. Вот спиной тянет. Нормально тянет? Да, просто скачила. Отлично. Видно. Слушай, знаешь, она где вот это вот села? Ой, ай. Вот как раз это где вот перетерта? Не, он сейчас поменял. Видю, вот на тех местах, где она перетерта веревка. Так, смотри, чтобы она там не зацепилась. Говори, когда остановить. Стоп! Вы можете это отпустить. Бросаем? Она вниз уходит, смотри. Нет? Ничего не уходит. Все нормально. Так и должно быть. Окей.
Поднимешь? Поднять, давай подтянем, подтянемся. Подожди, я не буду. А, она скажет тогда. Вы ее ничего не дернули. Так, дайте мне что-нибудь вот. Сейчас я это вам отдам. Семь процентов. Все нормально. Забирайте. Давай, перекинь. Где наш вот это жумар? Так, это пристегнуто. Давай я возьму. Это можно отпустить зеленую веревку? Да. Ты можешь отпустить. Подожди, чтобы вода не улетела. А это что? Да, и это тоже. Все рюкзаки навешу, просто людям не мешало. А это что за веревка? Это педалька, а это торс вверх. Тогда тебе не на чем будет встать. Вверх это. Да, окей, надо куда-то пристегнуть. Окей. О. Ну, а как ты это будешь забирать? У меня тут ролик же. Алло? Раз. Вот, отлично. Раз. Стоп, секунду. Подождите. Вот так. Давай, готов? Сейчас. Давайте. Давай, говори нам, диктуй. И... Стоп. У меня нас уже ролики тут. Ролики, окей. Пытаются упираться. Ну вообще можно еще подтянуть. Нужно эту веревку приспустить. Вам открой микротрекшн. Окей. Приспустить? Да, открыть микротрекшн, и я ее приспущу на задний бок. Так, аккуратно. Держать. Держим, чтобы оно не поехало, мы поняли. Буквально осталось 4-6. Давай, давай.